более 2500 старшеклассников, несколько десятков вузов, сотни, если не тысячи, интересных профессий. Видно, прошел образовательный форум «Поступи», где ученики 9-11 классов могли пообщаться с представителями учебных заведений и задать любые интересующие вопросы. Мероприятие, организованное торгово-промышленной палатой округа совместно с администрацией муниципалитета, уже пятое по счету и становится все солиднее. Здесь представлены ведущие вузы страны, и у школьников и их родителей будет возможность узнать, какие специальности предлагает тот или иной вуз и какую профессию они могут получить, став студентами этих вузов. Девятиклассница Виолетта Проскурякова впервые на подобной выставке. Школьница уже давно определилась с профессией, и выбор ее очень серьезный. Я с детства привлекала вообще физика, как это все работает. И мне кажется, что физик-ядерщик, он исследует, он все это изучает. И поэтому мне кажется, что все это мне будет интересно. Девушка сегодня с группой поддержки, с мамой на форуме. Они хотят узнать все о Национальном исследовательском ядерном университете, который более известен как МИФИ. Нас интересует и подготовка, там, и экзамены, и баллы, что потом, как вообще это все будет проходить. А еще на выставке можно было пообщаться со специалистами из МГУ, РУДН, МИИТ и многих других ведущих вузов страны. Наталья Снеговая из финансового университета при правительстве Российской Федерации рассказала, что у их абитуриентов вызывает интерес все, что связано с информатикой, экономикой и бизнесом. Конкурс здесь в среднем 6 человек на место, но на самых популярных направлениях доходит и до 15. На данный момент у нас популярно IT-сектор очень популярен, большой спрос идет на экономику. Очень много поступающих. По итогу ребята выходят с специальностями системный администратор, также специалистами машинного обучения и бизнес-аналитика. Следующий форум «Поступи» планируется сделать еще масштабнее. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.